Телеканал «Охота и рыбалка» приглашает вас на берега испанской реки Эбро, куда Вадим Подложенов позвал несколько известных рыболовных команд из Европы. Большой сом. Мы уже побывали в окрестностях Микенензе, посетив там лагерь Филиппа Карема. Теперь настал черед поменять локацию и перебраться выше по течению Эбро, туда, где обосновалась итальянская команда проекта «Самой Европы». А сейчас я хочу передать эстафету рыбной ловли испанского сома моему другу, итальянскому эксперту Юрию Ильдьяволо Гризенди. Он нашел прекрасное место здесь, выше по течению, на реке Эбро, и он будет использовать просто шикарного карася, которого мы привезли из Бельгии. Это карась весом примерно 300-400 грамм, до 500 грамм, как раз то, что нужно для поимки гигантского сома. И я передаю эстафету Юрию Гризенди. Юрий? Hello, Юрий. Hello. Юрий продолжит тему ловли испанского сома. Там он постарается поймать монстра. Este programa Семи Европе. Самы Европе. Самы Европе. Este programa Самы Европе. Окей. Perfect. Perfect. Yeah. Thank you very much. Простившись с гостеприимной Микенензой, мы отправляемся в местечко, расположенное между городками Каспе и Пабладо де Пескадорос. Запоминать эти витиеватые названия ни к чему, так как все свое время мы будем проводить на водоеме, оборудовав палаточный лагерь на правом берегу реки Эбро. Эти буи я взял на всех, но здесь мы можем обойтись и без них, привязывая разрывные нити к ветвям кустарника на том берегу. Состав экспедиции будет сугубо итальянским. Джузеппе, Адриано и Юрий. Юрий Ильдьяволо Гризенди. Выгрузив все снаряжение из машин и переложив его в надувные плавсредства, участники этого похода пересаживаются в каяки, чтобы перевести к месту ловли все, что понадобится им в ближайшие три дня. Туда, где будет проходить рыбалка, нельзя ни подъехать, ни подойти, только доплыть. Сегодня мы поменяли место ловли. Почему? Просто на реке Сегра мы провели 4 ночи, и за все это время активность рыбы была нулевой. Мы подумали и решили, что в такой ситуации будет правильнее всего перебраться на самое верхнее водохранилище и ловить сомов там. До этого мы пытались поймать их неподалеку от второго водохранилища, которое называется Рибароха. Теперь мы поднялись на 80 километров выше и находимся в регионе Систаго. Ширина реки на этом участке намного уже, чем в низовьях. Мы будем ловить здесь на пелец, ставя его в течение дня, так как днем у нас будут самые высокие шансы поймать сома ближе ко дну. Но когда наступит ночь, мы поменяем наживку и будем ставить живца в верхние слои воды, привязав монтажи с разрывными нитями на противоположном берегу. В Испанию я приехал с моим другом Джузеппе, и уже здесь к нам присоединился Адриано. Он привез с собой пару каяков, чтобы перевести наше снаряжение к месту ловли. От площадки, где мы припарковали машины, до точки, где будет разбит наш лагерь, плыть примерно километр по воде. Два каяка и моя надувная лодка сделают несколько переходов, прежде чем все снасти и экипировка окажутся в палаточном лагере. Хорошо, что один из каяков может передвигаться при помощи работы ног, как велосипед. Скоро мы окажемся в месте ловли и проведем там три дня. И я надеюсь, что за это время мы сможем поймать сома. Итак, мы на воде. Сейчас мы делаем третий, последний переход, чтобы переправить наши вещи в лагерь. Впереди нас идет каяк с педальным приводом. В середине моя резиновая лодка. И еще один каяк следует замыкающим в колонне. Скоро мы окажемся в лагере, где мы сразу начнем готовить снасти и вязать монтажи. Мы идем по реке Эбро. Средней глубины здесь от 4 до 6 метров. Ночная рыбалка будет проходить при помощи разрывных нитей, которые мы привяжем к ветвям кустарника на противоположном берегу. А днем мы будем менять наживку, выставляя монтажи с пелицем ближе ко дну.
В нашей команде есть эксперт Адриано Марчена, прекрасно знающий эти места. Сейчас он управляет каяком с педальным приводом, прокладывая путь к нашему лагерю. Там, где мы будем рыбачить, запрещено передвигаться по воде, используя двигатели внутреннего сгорания. У нас есть электромотор, но мы решили его поберечь для ночных выходов на воду. Вот почему велокаяк — лучшее решение в такой ситуации. Капитан! Наш гид и капитан говорит, что сегодня вечером мы поймаем монстра. Мы прибыли к месту ловли. Адриано и его помощник уже немного выкосили траву, чтобы нам было удобнее выгружаться и оборудовать лагерь. Сейчас мы поставим палатку и займемся нашими удилищами и монтажами. Все мои друзья немного сумасшедшие. Это все объясняет. После непродолжительного купания в холодных водах Эбры команда итальянских рыболовов дружно принимается за обустройство лагеря. Пятачок, на котором будут происходить ночные сражения с местными самами, уже практически расчищен от травы и зарослей кустарника. Постепенно ничем не приметный участок береговой полосы превращается в хорошо организованное место для самой вии рыбалки. Мы поставили здесь три палатки. Теперь я хочу установить эхолот на мою маленькую резиновую лодку, чтобы обследовать участок, где нам предстоит ловить самов. На этом участке глубины в среднем достигают 3 метров. А вот и более глубокий участок. Мы заведем несколько монтажей на мелководье, и столько же удилищ будут работать по более глубоким точкам. 4 метра. Сом. В этой впадине точно есть самы. Прямо в яме. Эти рыбы находятся на 4-метровой глубине. Здесь есть затопленные деревья и очень каменистое дно. Оно неоднородно, вот почему тут есть самы. Вот еще сом. Их тут много. Мы заметили много неровностей на дне. Хищник активен именно в таких местах. Если на каком-то участке реки есть перепады на дне в виде ступенек, то такие неровности хищник будет использовать для засады, атакуя свою добычу. На эхолоте вы можете наблюдать то, о чем я сейчас говорил. На втором участке, который мы только что проехали, вы могли заметить много погибших деревьев, сухие ветви которых торчат из воды. Это идеальное крепление для монтажей с разрывной нитью. Сейчас я зафиксирую на одной из ветвей погибшего дерева катушку с леской, которой с другой стороны будет привязан монтаж с разрывной нитью. Я держу в руке катушку с леской и разматываю ее на нужное мне расстояние. Я просто бросаю катушку в воду. Теперь мы сделаем то же самое и со второй катушкой. Следующее крепление я установлю недалеко от поваленного дерева. Глубина здесь около 6 метров. К тому же на дне я заметил большой камень, поднимающийся на 3 метра. Это очень перспективная точка. Привяжем здесь. На 6 интересных точках, которые Юрий выбрал для постановки своих монтажей, были привязаны крепления аналогичным способом, что и на первых двух. Теперь мы возвращаемся в лагерь, где покажем вам, на что будем ловить сама на реке Эбра. Речь пойдет о наживках и монтажах. Я хочу показать вам монтаж, который я буду использовать при ловле на живца.
Простой одинарный крючок привязан на нейлоновый шнур толщиной 1,2 мм. К одинарному крючку привязан небольшой кусочек плетенки, на котором закреплен тройник. Одинарный крючок заводится в спинную часть, а тройник крепится в районе брюшка рыбы. Длину плетенки можно регулировать в зависимости от размера живца. Такая намотка применяется для насаживания маленькой рыбки, а вот такая дистанция нужна для крупного живца. В середине нейлонового шнура я поставил стопор, чтобы зафиксировать грузило. Вода в реке спокойная, здесь нет сильного течения, поэтому максимальный вес моего грузила не будет превышать 50 граммов. Я могу опустить стопор значительно ниже к живцу. Или поднять его выше, чтобы дать моей наживке больше свободы в перемещении. Сюда я поставил вертлюжок. Он необходим для крепления разрывной нити, которая оборвется в момент атаки сама. Материал для разрывной нити — нейлоновый шнур толщиной 0,4 с разрывной нагрузкой в 10-12 килограммов. Я беру 1 метр такого шнура и делаю 2 петли на обоих концах. Одна нужна для крепления на ветке дерева, а вторую я привязываю к вертлюжку на основной снасти. Чтобы сделать это быстрее, я поставил на вертлюжок дополнительную застежку, в которую я сразу же продеваю петлю от разрывной нити. И вот она уже соединена с моей основной снастью. С другой стороны, я соединю петлю с одной из красных катушек, которую мы оставили на воде. Я использую поплавок М+, так как на реке очень много препятствий, и во время атаки рыба может за них зацепиться, оборвав разрывную нить. Монтаж в таком случае упадет на дно, намотавшись, например, за ветку дерева. Но такой поплавок спасет мою снасть, так как он всегда будет оставаться на плаву и не даст утонуть моему монтажу после неудачной атаки. Вниз спускается поводок с привязанным к нему живцом. Разрывная нить тянется к креплению на ветке дерева. От поплавка леска идет к катушке. Удилища уже занимают свои позиции в специальных держателях. Скоро все лески на них будут натянуты, а сигнализаторы поклевки приведены в боевую готовность. Остается только распределить наживки. Но здесь тоже есть свои нюансы. Такой вариант монтажа мы можем использовать, когда в качестве живца у нас маленький карп, карась, линь. Одним словом, когда рыба у нас стандартной формы. Но когда в качестве живца применяется угорь, то монтаж нужно модифицировать, убрав с него тройник, так как угорь не будет спутывать нам леску. Этот тройник с кусочком плетеного шнура я верну на место, если в качестве наживки у меня будет карась. Для угря достаточно использовать только одинарный крючок. Джузеппе и Адриано остаются на берегу, чтобы, зафиксировав удилище в стойках, натянуть леску в тот момент, когда Юрий даст им такую команду. Нужно закрепить угря на одинарном крючке. Мы делаем это рядом с точкой ловли, чтобы сразу же опустить наживку в воду. Я держу его, завернув полотенце, так как тело угря очень скользкое. Я протыкаю его хвостовую часть и надеваю на цевьё крючка резиновые заглушки, чтобы заблокировать угря на крючке. Делаю это 2 раза. Угорь будет всю ночь извиваться на крючке, но мы его не потеряем. Юрий предупреждает своих друзей о том, что с наживкой все в порядке, и теперь он направляется к первой точке, чтобы привязать монтаж к разрывной нити. Мы зафиксируем монтаж с помощью бриклайна или бринкасана. Идем мы на малой скорости, так как в воде находится угорь, и мы не должны его потерять. Мы соединяем разрывную нить с нашим монтажом.
И затем я даю команду моим друзьям натягивать леску. Тяните, тяните. Мы должны дождаться, пока натянут леску, и проверить, что с монтажом все в порядке. Тяните, тяните. Джузеппе делает несколько оборотов катушкой, чтобы привести удилище в рабочее состояние. Леска натянута хорошо. Я проверю положение угря под водой. Я опускаю грузило немного ниже, чтобы угорь находился чуть поглубже. В этом месте 5 метров до дна. Мы ловим в верхних слоях, заглубив наживку на 1,5 метра. Теперь я прикормлю эту точку, бросив в воду пакет с бойлами и несколько горстей пелицы из рыбьей муки. Это привлечет сама к месту ловли. И затем пелец. Великолепно. У нас очень качественная прикормка. Это крупные бойлы диаметром 30 мм. Их любят как самы, так и карпы. Второй компонент в приманивании сама на точку – это пелец, тоже диаметром 30 мм. Эти гранулы сделаны из рыбьей муки со вкусом палтуса. Этот запах далеко разносится в воде, когда пелец начинает растворяться. Самы очень любят этот вкус. Все удилища установлены в специальной подставке и закреплены снизу, чтобы при поклевке они не выпали из своих гнезд. Плетеный шнур хорошо натянут. Детектор поклевки включен и готов среагировать на любую атаку, оповестив нас об этом своим сигналом. Осталось дождаться наступления ночи. Надеюсь, сегодня мы поймаем монстра. С наступлением ночи самы активизировались. Вначале нам предстояла борьба с детенышами. Мелких самов на Эбро очень много, и они жадно набрасываются на любую добычу. На крючке от Джузеппе сидит небольшой экземпляр. Это не вызывает ни у кого сомнения, так как рыболов быстро и, не тратя много сил, подводит саменка практически к самому берегу. Но даже в такой ситуации Джузеппе потребуется ассистент, готовый принять первую рыбу на борт резиновой лодки, чтобы полюбоваться уловом и отпустить бедолагу в освояси. Эту роль исполнит Адриано, обещавший нам вчера, что без серьезного трофея мы не останемся. Несколько минут длилось сражение с ибрийским малышом. Но какого бы размера ни был пойманный трофей, снасть все равно придется приводить в порядок, а монтаж завозить обратно в точку ловли.
Наш малыш еще подрастет и со временем превратится в настоящего монстра реки Эбра. Я надеюсь, что в следующий раз, когда я его поймаю, он будет более 2 метров в длину. Пока же он еще совсем детеныш. Сейчас я его отпущу. Юрий Гризенди просит Адриана завершить обряд целования сама и продолжить рыбалку. Но Адриана ему возражает. Если мы хотим поймать его в следующем году, нужно сделать так, чтобы сомику понравилось находиться в моих руках. Все. Малыш ушел от нас. Рыбалка продолжается. Пора поймать следующего. Джузеппе отправился на маленькой резиновой лодке отвозить монтаж в точку ловли. Юрий, оставшись на берегу, следит за тем, чтобы леска на удилище Джузеппе была натянута и снасть приведена в полную боевую готовность. Ночь обещает быть жаркой и уловистой на трофеи, даже несмотря на ветер, который с каждым часом только усиливается. Маленький огонек в непроглядной ночной мгле возвещает нас о скором возвращении Джузеппе. Сколько пройдет времени до новой атаки, предсказать сложно. Поэтому друзья используют каждую минуту, чтобы привести в порядок свою снасть и экипировку. Все в ожидании новой поклевки. Ночной лагерь на Эбро не спит. Самовья рыбалка в самом разгаре. Юрий первым среагировал на поклевку. Вновь сработало удилище Джузеппе, и Эль Диабло уступает это вываживание своему другу. По характеру поклевки и первой фазы вываживания можно однозначно сделать вывод, что ничего трофейного эта борьба нам не принесет. Остается это проверить, дождавшись окончания схватки. Юрий и Адриано наблюдают за тем, как Джузеппе подводит сама все ближе к берегу. Борьба проходит спокойно и уверенно. Скоро мы должны увидеть мини-монстра на поверхности. Юрий помогает Саменку освободиться от ранившего его крючка. Еще один малыш. Красивый желтый окрас. В этот раз сама отпустили без поцелуев и напутственных слов. Всем уже хочется спать, но снасть вновь нужно завести на то же самое место. Рыбалка продолжается. Третье вываживание достается Юрию Гризенди. В этот раз сработал угорь. По характеру поклевки сложно судить о размере сама, но вряд ли мы его запишем в категорию ибрийских трофеев. Еще один малыш у меня на крючке. Сегодня мелкие сомы заполонили этот участок и постоянно атакуют наши наживки. Взрослые особи пока не подошли. Этот малыш будет покрупнее предыдущих двух. Адриана не очень удобно принимать сама. Ствол дерева явно мешает ему нормально наклониться к воде. Но наш эксперт обязательно найдет решение и в такой непростой ситуации.
Wow, grande Adriano! Buon travail! Comunque hanno un sacco di pesci piccoli, qua è perfetto, cioè qua c'è una riproduzione che fa paura, eh? Fantastico! В руках у Адриана очередной мелкий сомрик и эбра, но по длине он значительно превосходит предыдущих малышей, которых поймал Джузеппе. Нам попался очередной прекрасный и здоровый саменок, что говорит нам о хорошем качестве воды в реке Эбра. Здесь много корма для сомов, и это дает им возможность успешно увеличивать свою популяцию, ежегодно производя на свет новое потомство. Эти малыши обязательно дорастут до громадных размеров, ведь они живут в реке Эбра, а это очень чистый и здоровый водоем. Это не монстр, но в будущем он им обязательно станет. У него хорошие задатки, он здоров и в меру мускулист. Красивый окрас. К тому же он хорошо питается. Прекрасная рыба, очень симпатичная. Тройник глубоко впился в самовью губу, и Юрию придется хорошо постараться, чтобы безболезненно его оттуда извлечь. Как только Эль Диабло решает эту задачу, Адриано сразу спешит отпустить саменка. Малыш, чао-чао. Возвращайся обратно в воду. Чао-чао. Обязательно позови свою маму. А, семьей. А лучше бабушку и дедушку. Пока Юрий и Адриано выпускали саменка, Джузеппе немного задремал. А теперь уже и весь лагерь погружается в недолгий, но глубокий сон. Следующая ночь обещает быть еще более насыщенной на события. Отдохнем немного и мы, ведь дальше будет еще интереснее. Thank you.